17 районов республики перейдут на электронное ведение градостроительной деятельности. Любую информацию о предстоящем строительстве, разрешение на возведение зданий и другие документы станет возможно получить через интернет. Региональную геосистему территориального планирования до конца года должны внедрить почти во все районы региона. Как она будет работать и готовы ли градостроители перейти на новый уровень, расскажет Саргылана Захарова. Развитие любого населенного пункта, будь то город или небольшой поселок, зависит от грамотного планирования. И здесь стоит отметить, что немаловажную роль играет еще и одновременное развитие инфраструктуры. Ведь важно не только осваивать земли, но и создавать комфортные условия для проживания. Поэтому на градостроителях лежит большая ответственность. Главное преимущество региональной геосистемы заключается в том, что вся документация будет заложена в единой программе. Все объекты капитального строительства, да, все программы вот по строительству, они должны быть зафиксированы в этой программе, и они между собой должны синхронизироваться. Получается, мы должны видеть в этой системе в одной программе генеральные планы, правила землепользования, отдельные объекты, которые там будут построены, по ним должны видеть вот финансирование, и каждый должен пользоваться вот этой программой. До конца этого года систему должны внедрить большинство районов республики. В эти дни в профильном министерстве проходит обучение градостроителей представителям компании-разработчика программы. На текущий момент у нас как раз производится обучение специалистов муниципальных районов выполнению работ, которые и входят в их обязанности, которые они и делали, только они делали это в различных программных обеспечениях, даже иногда вручную градостроительные планы, например, земельных участков. А теперь они это делают в системе. Таким образом, муниципальные архитекторы получают возможность перейти от бумаг к электронному ведению деятельности, что в разы облегчит как их работу, так и процесс выдачи необходимых документов населению. Выдавать всю нашу градостроительную документацию, в которую входят разрешения на строительство, градостроительные планы, всевозможные выписки и отчетности, можно будет уже довольно-таки удобно и быстро уже подготавливать на этой программе. Кроме того, у курирующего ведомства появляется централизованная база данных, по которой в режиме онлайн станет возможным контролировать всю градостроительную деятельность в районах. Саргылана Захарова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.